Приветствуем всех самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на YouTube вокруг Крыма. Ребят, сегодня мы с вами в интересном месте. Мы его уже вам показывали. Да, показывали примерно даже год назад, да, наверное? Или наверное, больше, чем год назад. Или год назад. В прошлом году. Суть, не столь важно. Да. Сегодня мы с вами находимся в монастыре в горах. Это монастырь Сурбхач. Армянский монастырь. единственный действующий монастырь в Крыму, армянский, единственный действующий. Смотрите, на входе нас встречают вот такие кресты. Очень холодно здесь. Для нас минус 2 градуса. Вот сейчас мы подъехали на машине, это было. Очень холодно. Это просто дубак. Дубел. Жирный кот. Но он жирный такой, конечно, не замерз. Жиробас он какой. Если вы можете заметить, посмотрите, деревья покрыты инеем. Инеем. Издалека, когда мы сюда ехали, все это казалось безумно красивым, заснеженным. Мы думали, здесь сугробы снега лежат, да? Здесь еще нет снега, да. Это всего лишь иней. А внизу опавшая листва. Вон еще лес, видите? Вот такой контраст, да, интересно. Смотрите, очень как будто красиво. Вот такой белые такие деревья и горят вот они, как будто вот красные оранжевые листья. Это вот эти. Красиво, ох ты! Не, просто... не знаю, камера передает эту красоту или нет. И очень холодно. Мы были не готовы к такой зиме. Да. Быстрой. Так, я уже повторялся, ребят, монастырь этот действующий. Здесь есть источники. Сейчас я пойду вам их покажу быстренько. Три источника здесь должны быть. Вот первый, да, он работает. Водичка идет. Видите, еще не совсем в Крыму засуха не совсем большая, но есть. Смотрите, какой контраст, да, вот природа. Здесь еще зелень, там уже листья опали. Здесь уже все в инее. Это, знаете, как в сказке, 12 месяцев, все времена года, вот в одной картинке. Здесь еще листья не опали, еще зеленоватые даже. Обалдеть, ребят, 6 декабря. Уникальная погода, я не знаю, наверное, нигде такой погоды нет, как в Крыму, когда в один день можно встретить все времена года. Вот здесь весна, осень. Здесь на деревьях зима, здесь весна, на деревьях зима, там осень, а лето, ну, лето, к сожалению, нет. Почти, ну, три времени года, это нормально. Так, вот еще один источник. Я вам за эти источники, ну, ничего, к сожалению, не смогу рассказать, потому что я не знаю, но этот пересохший, смотрите. Здесь уже давно не было водички. Он пересох полностью. Вся вот эта кладка, все эти стены. Видно, знаете, такой вот антураж древности. Прям. Так, экскурсия. И вот третий источник, ребят. Он еле-еле прям сочится. Видите, вот верхний сочится и вот нижний прям еле-еле вот такая вот струечка, видите, вот бежит. А когда-то здесь был полноценный, скорее всего, прям, потому что труба хорошая, вставлена, вмонтирована из нержавейки, диаметр. То есть был полноценный прям такой родничок, источник. Так, ну все, выходим наверх, пойдем дальше, посмотрим, что там. Название монастыря Сурбхач переводится как «Святой крест». Давайте зайдем туда в серединку и покажем вам. Сам храм снимать не будем, но покажем вам территорию, то есть двор возле храма. Смотрите, напоминает, как будто где-то в Иерусалиме, да, так в восточном стиле. В
Все это мы для вас уже снимали, но покажем еще раз. Здесь есть такая и комнатка. Не знаю, там сейчас еще музей. Да, есть еще музей. Давайте зайдем, посмотрим. Здесь появились вот такие фрески. В монастыре изображен на таких глиняных плиточках. Смотрите, я надеюсь, освещение здесь нам не помешает показать им, что здесь находится. Руками экспонат не трогать. Макет, видите, монастыря? Темно, ничего не видно. Можешь подсветить телефоном? Думаю, что поможет. Что за комната? Ребят, сейчас попробую спуститься в потайную комнату. Чуть не упал. Смотрите. Здесь ничего тут прям такого нету. Просто обычная комната. Какое-то окошко он идет. Здесь что-то спрятано. Смотрите, туда идет какой-то тоннель. Прям смотрите, вообще прям в стене. И вот туда идет еще окно. Ого, туда тоннель идет очень далеко. Прям вообще. Смотрите. Все, выходим. И еще одна комната здесь есть. Трапезная. Монастырская трапезная. Вот здесь вот печи, смотрите, вот здесь. Какие-то просто готовили. Безумно огромные. Вот здесь готовили хлеб, пекли, кушать. Вот этот вот здесь. А сейчас она, ты думаешь, здесь не кушают? Да я думаю, нет. Холодно, да? Скорее всего, реставрировали, как раньше было. Вас произвели? Да. Возможно, картину того, как здесь было раньше. Ребят, смотрите, на территории вот перед, ну, справа от входа в храм есть такая территория. Это древние-древние келии, которые на сегодняшний день вроде бы еще не работают, но они восстанавливаются, потому что крыша вот свеженькая, если я не ошибаюсь, прям. Ну, как бы уже наших времен, не прям там. И вот такие вот кельи. Смотрите. Здесь вот ступенечки шли на второй этаж. А вот на втором этаже второй, первый этаж. Все вот так вот. Сейчас там вот открыто. Здесь, видите, везде стоят решеточки. Ну, они вот и отодвинуты где-то. Сейчас мы с вами зайдем, посмотрим. Ну, в принципе, вот такая вот комната. Здесь вот, наверное, жили монахи тогда. Здесь я не знаю, что было. Да я даже не знаю, жили здесь, не жили. Это я как бы предполагаю, что это келья. Кто точно знает, напишите в комментариях. Кто прям точно знает. Вот эти вот, наверное, столбы стояли. Здесь, наверное, вот был как раз вот такой вот проход. Ну, на второй этаже, на второй этаж прям. Это у меня такое подозрение прям. Так. Скорее всего, все так и было. Но информация не точная. Так что, если что, пишите. Видеоролик будет не совсем объемным, не совсем продолжительным будет наш видеоролик сегодняшний. Но захотели еще раз вам напомнить об этом месте, чтобы вы тоже сюда заехали как-нибудь. И хочу сейчас вам показать информационный стенд. Здесь немножко истории о монастыре.
поставите нас на паузу и почитайте. Также в Яндекс.Дзен я выложу фотографии из этого места и информацией тоже с вами поделюсь. Той, которую найду на просторах интернета. Очень холодно, еще раз скажу, там вообще так. Но тут воздух такой свежий, уже зимний. Уже можно сказать, что в Крым пришла зима, сегодня очень холодно. Смотрите. Ребят, на территории еще можно увидеть. Я здесь один раз, когда был, пробовал. Стоит такая вот кафешечка, здание, лавочки, столики. Ну, типа трапезная, да, для туристов, там, я думаю, для всех остальных. И здесь готовят самый лучший кофе армянский. По всем армянским традициям, армянский кофе настоящий. Настоящий зерновой. Ну, молотый, сами понимаете. О, опять жирный кот прибежал. Жарабас! Жарабас, мы ничего не взяли. Смотрите, какая красота, да? Деревья стоят в инее, в белом-белом. Апель на земле прям таким огненным цветом лежит, листва опавшая. Красиво вообще, очень красиво, ребят. Непередаваемо. Ладно, на этой доброй ноте будем заканчивать с вами наш видеоролик. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Он был не сильно длинный, коротенький. Так что лайк или дизлайк, комментарий обязательно, ребят. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.